يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3. Мы продолжаем наши темы, посвященные проповеди посланника Аллаха, а то есть толкование его проповеди, которая была сказана в месяц Шаабан, а этом прекрасном месяце, месяце Рамазан. Сегодня у нас 22-я ночь месяца Рамазан, и как мы помним, вчера была ночь смерти нашего господина, повелителя правоверных, имам Али, алейхи салам. А мы, в свою очередь, продолжаем давать толкование именно проповеди, так как наша тема посвящена именно толкованию слов посланника Аллаха. На этом я передаю свое слово нашему гостю, Ходжат Алислам Валь Муслимин, шейх Гурбану. Ассаламу алейкум, шейх Гурбан. Алейкум ассалам, рахматуллах. Уважаемый шейх Гурбан, на прошлой передаче мы остановились на том, что насколько имеет большую награду то деяние, когда человек дает именно кормит постящегося после того, как он закончил свой пост. Можно продолжить с того момента данную тему? Ауду биллахи минаш шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим, ва бихи настаин, ва хуа хайру насирин ва муин. Вассалату вассаламу аля сайдил анбияи валь мурсалин, ва аля алихи тайбин ат-тахирин аль-маасумин, ва ланату ад-даимату аля адаихи маджмаин иля кьяуми йаумиддин. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3 и в очередной раз приношу свои соболезнования в связи с мученической смертью его светлости Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату вассалам. Итак, как вы прекрасно напомнили, мы разбирали речь его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, который говорил о том, о накормлении постящегося, о том, чтобы напоить или же накормить постящегося. И мы сказали, что за это полагается большая награда. В этой проповеди его светлость говорит, что награда за кормление одного постящегося равна освобождению одного раба. И далее его светлость продолжает: «Ва мауфиратун лима мада мин зунуби». И то есть, помимо того, что Всевышний записывает для него награду, равную награде человека, который освободил одного раба, так прощаются все его грехи, которые он совершал до сих пор. «Мауфиратун лима мада мин зунуби». То есть все грехи, которые он до этого совершил, они прощаются. Ну, конечно, опять-таки, я здесь хочу немножко говориться и немножко отойти в сторону от этой речи и напомнить, что во всех деяниях, в том числе в этом деянии, большим условием является главным, нужным, и без которого это деяние таковым не является вообще. Является искренность, искреннее намерение служить Богу, поклоняться Богу, намерение приблизиться к Богу. То есть это является условием любого поклонения, любого деяния. Без этого деяние как таковое поклонением, служением Богу не является. Какое бы это деяние ни было, каким бы прекрасным, каким бы благим деянием ни казалось, в любом случае оно поклонением не будет. Поэтому это необходимо обратить внимание, потому что иногда человек приглашает своих близких, друзей и соседей на за стол в месяц Рамадан, во время ифтара, когда все разговляются, приглашает, но не с тем намерением, чтобы таким образом служить Богу, приблизиться к Богу, а с тем намерением, чтобы, например, посидеть, пообщаться. Да, чтобы, например,
Как-то мы по повседневной жизни приглашаем гостей к себе, чтобы да, просто чтобы пообщаться, просто устанавливать провести связь, время. Чтобы поддерживать связь со своими друзьями, узнать о них, поинтересоваться, какие у них трудности и так далее. То есть, ну, какие-то другие причины могут быть. Здесь условие, конечно же, в любом поклонении является именно искренность, желание приблизиться ко Всевышнему. Итак, его светлость говорит о том, что «магфиратун». «Магфира» мы уже много раз разъясняли, это не просто прощение от Бога. Это прощение, сопровождающееся сокрытием этих деяний. И мы сказали, что мы говорили и со слов непорочных, что из себя представляет сокрытие. Мы разъяснили, что сокрытие грехов, сокрытие ошибок человеческих — это стирание всех следов, которые он оставляет. Это деяние оставляет да, таким образом, что в судный день не найдется ни одного творения, которое бы свидетельствовало бы против этого человека. Свидетельствовало бы, что этот человек совершил это деяние. То есть это есть мафира. Тогда Бог прощает и при этом стирает всю информацию, если хотите, об этом деянии. Стирает так, чтобы в судный день никто не мог свидетельствовать о том, что этот человек совершил этот грех, эту ошибку. Его светлость говорит, что за кормление одного постящегося Всевышний записывает награду освобождающего раба и награду, и при этом прощает все грехи, которые были совершены до этого. Всего того, что прощение всего того, что было совершено до этого. Факиля. И здесь его светлость пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили: может быть, кто-то не имеет возможности накормить верующего в этот месяц, потому что вполне очевидно, что не все обладают вот такой возможностью, не все обладают таким имуществом, чтобы кормить других. И некоторые люди, к сожалению, в особенности в прошлом, сейчас, возможно, не все такие проблемы имеют. То есть, возможно, сегодня не так часто можно встретить людей с такими проблемами, хотя, опять-таки, имеются, почему нет. Сегодня имеются очень нищие, обездоленные и, в общем-то, лишенные многих условий жизни люди. Раньше их было намного больше, как мы знаем. Да, возможно, ну, по крайней мере, нам так кажется, что в прошлом было больше. Можно было чаще встретить. И даже в некоторых преданиях от непорочных имеется, что наступят времена, говорится в преданиях, что когда человек захочет дать милостыню, он не сможет найти человека, который принял бы эту милостыню. То есть будет трудно найти человека, который принял бы милостыню. Это говорит о том, что большинство людей будут в достатке, состоятельными. Итак, его светлость спрашивает о том: «Я Расул Аллах, ляйса куллюна якдиру аля далик». То есть мы не все способны на это. Многие из нас не способны на то, чтобы кормить других в месяц Рамадан. «Факаля иттаку нара валяу бишикки тамратин». На его светлость говорит: «Бойтесь огня, остерегайтесь адского огня, даже если это будет посредством половины финика». То есть, другими словами, его светлость говорит, что неважно, как вы кормите людей. Это неважно, то есть вы можете целую баранину ему, например, на стол положить. Да? В ресторан отвезти, это не имеет значения. Да, это не имеет значения. Даже если вы ему дадите половину финика, даже этого достаточно, даже это имеет ценность. Его светлость говорит: «Иттакун нара валяу бишикки тамратин». Остерегайтесь огня адского. Остерегайтесь огня, даже если это деяние осуществляется посредством половины финика. «Иттакун нара валяу бишарбатин мин маин». Остерегайтесь огня, даже если это посредством всего лишь воды простой. Дать просто простую воду. Кому это не под силу? То есть это просто вода, это очень легко сделать.
Поэтому служение, важно служение, постящимся, потому что постящиеся совершают это деяние на пути Богу. И тот, кто служит этим людям, людям, которые стремятся к Богу, ради Всевышнего, отказываются на определенное время и не на очень, порой на довольно-таки долгое время в некоторых частях, особенно, например, в некоторых городах России, это довольно-таки долго длится, как мы знаем, больше 15 часов порой. Даже в самой столице, как знаем, мы, там, как, так как мы там находились, как минимум 20-22 часа мы держим просто. Да, то есть довольно-таки 20-21 час, и может даже до большего доходить. То есть это довольно-таки долгое время, когда человек ничего не пьет и ничего не кушает. И все ради чего? Ради Всевышнего. И служение, важно служение, уважение, почтение к таким людям. Даже если это с помощью просто обычной воды или же половины финика. И не важно тут, как вы кормите. Поэтому нужно само, важно само деяние. Да, помимо этого, как вы уже говорили, они являются почетными гостями самого Бога в этот месяц. Да, то есть они являются гостями Бога. Это важно. Важно в данном случае служение. И помимо этого, если мы говорим о благодеянии и благотворительности, Всевышний, это люди могут оценивать деяния других по количеству совершенных ими деяний. Всевышний никогда таким образом не оценивает деяния людей. Другими словами, человек может всю жизнь какое-то деяние совершать и каждый день. Но при этом это деяние будет бесценно, оно не будет иметь какой-то ценности перед Богом. И при этом мы можем увидеть человека, который всего лишь одно деяние совершил за всю свою жизнь. Всего лишь одно, всего лишь один день он посвятил этому деянию. Часть дня посвятил этому деянию, но при этом это деяние имеет ценность перед Богом. Почему? Потому что Бог оценивает деяния по искренности, по их намерениям. Здесь не важно, человек сколько тратит на благотворительность, важно то, ради чего он тратит, важно то, с какими намерениями он тратит. И поэтому мы можем увидеть человека, который жертвует миллиарды и миллионы рублей, но при этом они не имеют той благодати, той ценности перед Богом, которую имеет сотни рублей или несколько тысяч рублей, стакан воды, пожертвованные более искренним человеком. Важна искренность, намерение. А далее его светлость говорит, я даже не знаю, как это слово переводить, потому что если переведем как нравственность, здесь будет не совсем точный перевод. Его светлость говорит следующее. «Айюха нас, ман хассана минкум фи хада шахри хулукаху, хулукаху». كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام يوم تزل فيه الأقدام у людей. Тот, кто исправит свой нрав, тот, кто скрасит свой нрав, тот, кто украсит и прекрасит свой нрав в этот месяц. Мен хассана минкум, тот из вас, кто украсит свой нрав, то есть сделает свой нрав прекрасным, хорошим, в этот месяц. Мен хассана минкум фи хада шахри хулукаху кана лаху джавазан аля сират. Он сможет пройти через мост в судный день. Яума тазилу фихи л-акдам. В тот день, когда все остальные будут трястись на этом, будут шататься на этом мосту, и как следствие не смогут, естественно, через этот мост пройти. Это как подобно человеку, который в этом мире, в цирке мы видим и в некоторых других местах можем видеть канатоходцев, которые ходят по канату. Даже эти люди, если подует ветер или же разволнуются немножко, небольшая тряска может их лишить равновесия, и они упадут. И в тот день, когда все остальные лишены равновесия и падают с этого моста, человек, который украсил свой нрав, сделал свой нрав прекрасным в этот месяц, он сможет пройти этот мост, мост судного дня.
Спасибо большое, уважаемый шейх Гурбан, но мы прервем с небольшую паузу. Уважаемые телезрители, после небольшой паузы мы вернемся к данной теме. Уважаемые телезрители, мы прерывались на небольшую паузу. Уважаемый шейх Гурбан, до паузы мы говорили о том, насколько тяжело пройти мост судный день и насколько ценным является в этот месяц соблюдать свою нравственность, и это поможет нам пройти через этот мост. Да, его светлость говорит о том, что прекрасный нрав в этот месяц является причиной того, что человек в судный день легко проходит через мост, через сират. Я почему не хотел переводить «хулук» или «хуснуль хулук». Я почему не хотел переводить как «нравственность»? Потому что это не нравственность. То есть «хуснуль хулук» не является нравственностью. Оно скорее больше похоже на этику. То есть скорее можно перевести ее как этику, нежели как нравственность. Потому что нравственность или же «ахлак», то, что в арабском языке называется «ахлак», скорее всего, является чем-то другим, нежели хуснуль хулук. Потому что из преданий следует, что, скорее всего, под хуснуль хулук в преданиях подразумевается именно этика. Этика обращения с другими, этика общения с ними и так далее. А нравственность — это больше душевное состояние, внутреннее состояние человека, нежели внешнее его состояние. То есть как поведение можно перевести, поведение человека в этот месяц. Да, хорошее поведение. Хорошее поведение. Ну, то, что этика, в общем-то, подразумевается под этим. Нравственность — это более душевное состояние, внутреннее состояние человека. Потому что мы видим человека, который все время улыбается, например, хорошо себя ведет, но при этом имеет плохие намерения. Это не называется нравственностью. Это нравится безнравственностью. Потому что, ну, например, вспомним такой пример, возможно, не совсем уместно, но такой народ, как англичане, это очень, в общем-то, это люди очень, в общем, соблюдающие этику, в общем, довольно-таки сдержанные. Вряд ли можно встретить англичанина, который гневался бы или же вел бы себя как-то непристойно. И даже шутки у них не особо приняты, то есть шутить друг с другом. Серьезные. Более серьезные, более улыбчивые, более очень вежливые люди. То есть с американцами, например, их сравнивать невозможно. Они с американцами, в общем-то, немножко разные люди, несмотря на то, что англоязычные и так далее, и культура у них немножко, возможно, имеет общие корни, но в любом случае это совсем разные люди. Но при этом самые коварные, самые хитрые, самые жестокие люди за всю историю человечества, это, если не самые они жестокие и коварные, безжалостные люди, то одни из самых. Даже их колонии можно вспомнить, да, в других странах. Это колониальная система, Китай, Индия и многие другие страны долгие годы, на протяжении очень многих лет, подвергались самым жестоким гонениям. Та же самая Австралия. В Австралии эти люди истребляли местное население, аборигенов, в общем-то, даже имеются данные о том, что некоторые из них, сэры, лорды и так далее, очень довольно-таки вежливые, образованные, якобы воспитанные люди, но при этом они коллекционировали черепа или же другие какие-то части тела аборигенов. Считали для себя трофеем аборигенов. Это как
Как сегодня люди охотятся на животных, так они на людей в то время охотились. Да, в общем-то, это известно, кто истребил все местное население Америки. Понимаете, о чем идет речь? Mm-hmm. Все местное население Америки mm-hmm. сегодня, Соединенных Штатов, оно было истреблено, причем самым жесточайшим образом. То же самое происходило в Австралии, тоже руками англичан. Как мы видим, прекрасное поведение, этика, но противоречащее с нравственностью. Да, то есть это не нравственность, но при этом этика присутствует, конечно же, вне всякого сомнения. Пообщайтесь с англичанами, как они вежливые, как они... И вы не встретите, которые... Ну, по крайней мере, мы из книг это знаем. Возможно, сегодня... По большинству мы говорим. Это общество, возможно, сегодня изменилось все-таки. Космополитизм и так далее. Мир сегодня как один небольшой дом, одна небольшая семья, и все, в общем-то, друг с другом культурный обмен происходит, и, в общем-то... Культурные особенности одного народа переходят к другим народам. Возможно, сегодня что-то изменилось, но в прошлом, в общем-то, из книг, из истории все это четко прослеживается. Я к тому, что этика, она не является нравственностью. Поэтому мы очень часто говорим нравственность, но почему-то всегда подразумеваем именно этику. Мы говорим, тот человек не улыбчив. И при этом говорим это с помощью нравственности. Используем слово нравственность, говорим, он безнравственен. Или... Человек немножко грубо обращается. Мы говорим, он не безнравственный, у него плохая нравственность и так далее. Но это не имеет отношения, это разные вещи. А в преданиях, когда говорится «хуснуль хулюк», в данном, например, в той же самой Шабановой проповеди, его светлость говоря «Ман хассана минкум фи хада шахри хулюкаху», именно это подразумевает. То, что мы перевели как этику. Этика тоже является, этика в общении с верующими, в общении с мусульманами, оно является очень важным деянием. Но все равно нравственность важнее, обратите внимание. Но в данном случае, я почему говорю, что хуснуль хулюк – это не нравственность, а этика, мы можем это проследить из некоторых преданий, например, от имама Садыка, алейхиссалату вассалам, из Усуль-Кафи, второй том, 103 страница. Имам Садыка, алейхиссалату вассалам, спросили, «Ма хадду хуснуль хулюк?» Что есть хуснуль хулюк? Что это? Ну, то, что мы перевели как этику. Его спросили, что это? Его светлость ответил, «Тулина джанахака» или «Джанибака» в некоторых источниках, например, «Мен ла яхдуруху л-факих», шейх Садук привел немножко другие слова. «Тулину джана джанибака» он привел. А в Усуль-Кафи приведено как «Тулину джанахака». «Ва тутибу каламака», «Ва талака ахака», «Би бишри хасанин». То есть его светлость говорит «хуснуль хулук» — это когда ты вежлив с окружающими, вежливо с ним обращаешься, следишь за своим языком, не издеваешься над другими, не подвергаешь их насмешкам, не насмехаешься над своим окружением, над своими соседями, какими-то знакомыми, друзьями и так далее. «Ваталлака ахака бибишри хасанин». И встречаешь своего брата, имеется в виду брата по вере, встречаешь брата по вере с улыбкой на лице. Это все части, элементы этики. Они очень важны. Когда говорится «хуснуль хулюк», то месяц Рамазан имеется в виду следить за своим поведением, будьте более вежливым с окружающим. Да, то есть именно это и подразумевается. То есть, согласно словам имама Садыка, алейхиссалату вассалам, хуснуль хулюк, то, к чему призывает его светлость, это улыбчивость, вежливость и, в общем-то, контроль речи, контроль над своей речью, чтобы не сказать что-то лишнее, чтобы не обидеть ненароком кого-либо. Потому что очень часто бывает, человек не хочет, хочет пошутить, немножко развеселить,
А на самом деле берет и насмехается над другими. Это обижает. На самом деле плохая шутка. Это очень плохая шутка. И, к сожалению, многие из нас заражены этой плохой особенностью. Его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и другие имамы, другие непорочные имамы наши, они шутили. Мы видим, что в истории, в преданиях мы встречаем шутки, но никогда не встречаем шутки, которая была бы в отношении кого-либо. То есть были безобидные шутки у них. То есть, чтобы они шутили над кем-то, над кого-то, над кем-то издевались, насмехались над кем-то. Это очень плохо. То есть в этой проповеди его светлость, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говоря, «Ман хассана хулюкаху», тот, кто украсит, прикрасит свою этику, свое обращение, свой нрав, говорит именно о внешнем. Потому что человек, я почему разделяю нравственность от этики, потому что в данном случае, потому что человек, улыбаясь своему брату, может иметь плохие намерения, понимаете? Но это будет без нравственности, но при этом будет также хуснуль хулук. Это, по крайней мере, насколько я понимаю это. Насколько я понимаю слова его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, или слова его светлости имам Садыка, алейхиссалату ва саллям, и другие, из других преданий, то, что я могу вывести, что здесь есть разница. И здесь призывается, конечно же, хорошая нравственность, это большая, огромнейшая ценность, это большая ценность, нравственность, когда человек не только внешне себя хорошо ведет, но и внутренне прекрасен. Внутренний мир свой он упорядочил, украсил. Но здесь, в данном случае, об этом речи не идет, насколько я понимаю, насколько я могу понять и насколько я могу судить. Его светлость говорит не об этом, говорит именно о внешнем поведении, согласно тому толкованию, которое мы привели от имама Садыка, алейхиссалату вассалам. Но, с другой стороны, возможно привести такое мнение, что тут имеется в виду как и внешнее, то есть как этика, так и нравственная часть человека. То есть в этот месяц нужно соблюдать как нравственность, намерения свои, как мы уже говорили. Так. Но это естественно, это естественно. То есть естественно, что если его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, призывает своих последователей, мусульман, верующих, быть более вежливыми, соблюдать этику, быть более вежливыми, улыбчивыми, не обижать других своими словами, речами и поступками, естественно, что он прежде всего призывает к вере, потому что нравственность для меня, насколько я понимаю, это именно вера, сила веры, истинная нравственность. К этому, естественно, призывается, вне всякого сомнения. Но, вы понимаете, его светлость немножко идет дальше, как бы. Его светлость идет немножко дальше и спускается к меньшим ценностям. Говорит, что это тоже ценности, это тоже нужно соблюдать, к этому тоже стремитесь, это тоже имеет очень важное значение. Это так, что служит фактором перехода через мост. То есть это тоже важно. Да, то безусловно является ценностью, нравственность безусловно является ценностью, но это тоже является большой ценностью, это тоже важно. Спасибо большое, уважаемый шейх Курбан. Но наша передача подошла к концу. Мы вынуждены с вами попрощаться. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассаламу ва рахматуллах. Уважаемые телезрители, мы, иншаллах, встретимся на следующих передачах и продолжим данную тему. На этом мы с вами прощаемся. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Yeah.